away, Commander. Fighter. Вон еще база там маленькая сгенерилась. Домой, бабейка, домой. О, вот, сейчас чувак сгенерит базу. Сейчас появится новая база. Сейчас мы за ним проследим. Вот он нашел, начал поворачивать, у него кружочки-то стали смещаться. Он начал искать базу. В общем, чувак реально работает за 2 там, миллион денег набрал, там, грубо говоря, там из комиссии. Пошел базу себе искать. Где-то сейчас появится его база. Блин, такая на меня пялится. Что-то я не понял. А где его база? А, вот, вот, сгенерилась база перед ним, вот она. Вот, все, чувак, теперь нам этот не нужен. Блять, ебанат. Все. Чувака убрали, базу забрали. Как пиратить базы, когда ты пират? Надо вырезать хайлайт этот. Это у нас 51 минута. Все по лору, блядь. Не надо орать, что гриферочек. Хотя можно заменить это самое. На гриферил базы. Все, поехали сканировать. Ви, у нас новая база, бла-бла-бла, вся херня. То есть это был первая часть туториала. База, кстати, херовая с этими... самовзрывающимися этими, как это называется, стингерами этими. О, кто-то еще летит вовсю. Кулер летит. Ладно. Все по лолу. Точно, блядь. И хулер там прямо падает такой мордой вниз. Там сейчас с края было видно. Пиздец, убился. Вон Сив дали еще один. Так, это есть. Жалко, вот класс базы, да, так не читается, но, в принципе, понятно, да, по защите, по тому, как она реагирует, что у него... Все, валим. Ай! Поломайте же.
Если вы будете фармить на маленьких кораблях, сейчас покажу один прикол. Как говорится, один интересный момент. В принципе, базу, да, можно зачистить, там ее как бы колупать. Но если вы там в одиночку будете это делать, то вот такая есть штука. Вот по мне стреляет сейчас это самое, потому что у меня корыто здоровенное. Вот, он стреляет по мне в башню это. Садитесь в проекцию вот этого домика, где стоит турель внизу. То есть турель, в принципе, похер, потому что на машинке можно там ее объехать. А тогда этот, вот эта трехглавая турель не будет по вам стрелять, чтобы можно было спокойно улететь. Если, ну, если, конечно, планируете летать. А если не планируете, то наоборот, садитесь так, чтобы по вам турель не стрелял со стороны этой пушки, чтобы пушка убила ваш корабль. Ну, что если суицидиться собираетесь. Так, ладно, я обещался заново показать. Поехали на станцию.